Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 9 получили оперативно значимую информацию о том, что группа лиц на территории города Красноярска совершает хищение государственных номеров с автомобилей и за вознаграждение возвращает жителям. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанная информация подтвердилась. Были задержаны два молодых человека, которые признались содеянным. В настоящее время возбуждено уголовное дело.